Сурен Аракелян. В сражении 23 сентября 1943 года в Анапском районе во главе группы смельчаков начал наступление. Приблизившись к зоту противника, Аракелян бросил несколько гранат. Бойцы продвинулись вперед и блокировали врагов. Но противник внезапно открыл огонь, и старший сержант своим телом закрыл амбразуру дзота. Сурен Аракелян удостоен звания Героя Советского Союза. Мы помним. 1943-2013. 70 лет со дня освобождения Анапы и Анапского района от немецко-фашистских захватчиков.